Я считаю, что это невозможно, это нонсенс, потому что я, мне кажется, иногда высказываюсь с более проармянской позиции, чем некоторые армянские политики. Поэтому я считаю, что это будет просто невозможно. Как я могу реагировать? К сожалению, но с печалью. Почему? Потому что мой дедушка родился в Армении, в Ереване, и думаю, ну что, а мне тоже могут запретить. Какой критерий? Потому что Маргарита Симоньян, она всегда высказывалась, как и Константин Затулин, ну, в определенной степени с проармянской позиции, даже не проармянская, а так поддерживала Армения. Видимо, какие-то были другие шаги. Ну, вот Маргарита Симоньян вообще не понимает. Затулина, видимо, как-то пытался, ну, возможно, стал субъектом какой-то внутренней дискуссии.